Ассаламу алейкум, қадірменді спорт жанкерлері. Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде Олимпиад футболдан ел чемпионаты жалғасын табады. Және дәл қазір біз Қызылордадағы Ғани Мұратбаев атындағы стадионнан тікелей көрсетілімді назарларыңызға ұсынамыз. Алаң қожайындары Қайсар жергілікті команда өз жанкерлерін қуантып бүгін жеңіске жетуге тырысады. Ал олардың бүгінгі қарсыласы Қарағандыдан келген Шахтер командасы. Соңғы тур бұл осы сәуірдің алғашқы күнінде өткен матчта, Ақтауда өткен ойында Қайсар 1-3 есебімен жеңіске жетіп, өз қоржынына тұңғыш 3 ұпайды салған еді. Жалпы команданың турнирлік кестедегі жағдайы қазір 9-ші сатыда және 4 ұпай еншісінде бар. Ал енді Шахтердің жағдайы тіптен қиын, өйткені Шахтер қызыл аймаққа ең жақын тұрған команда. Және 12-ші орынға жайғасқан қарағандылықтардың жалпы күнтізбесі өте-өте сондай бір ауыр. Қазіргі таңдағы қарағандылықтардың бапкері Игорь Салашенко және Шахтер құрамына келейік. Мінекі ойын басталып кетті. Игорь Шацкий қақпада 30-ші нөмірде команданың капитаны. Қазір лайф кестеде 9-ші орында Қайсар, 12-ші орында Шахтер. Көш басында әлі ұпайдан шашау шығармай келе жатқан Қызылжар 12-15 ұпаймен. Көреміз, соққы! Қандай қауіпті сәт, және бұл жерде Шахтер командасы гол соқты. Дегенмен де төреші әлі де өзінің қапталдағы әріптесіне жалтақтап қарайды бұл жерде. Свиридов гол соққан, бірақ бізге енді бұл жерде қателесіп көрсетіп жатыр. Минакампоның берген пасы және Иван Свиридов. Есебашты, я енді титрда керісінше Қайсар есебашты деп көрсетілген, соған байланысты сәл қыдырып те қалдық. Шахтер мінекей ойынды өте тамаша бастап отыр. Керемет соққы, және бұл жерде қорғаушылар да қалыс қалып қойған екен, допты жауап үлгермеген. Тот самый бал набранный случился именно тогда. Подача на дальний край, неудачный вынос. И перекладина сейчас сотрясается после удара игрока Кайсара. Зульфикаров продолжает свое движение с мячом. Тут Кышев по всей ширине поля. И только взгляните, что случилось здесь. Неудачная. Это скидка Каниса, по-моему, и удар. Да, после небольшой подработки. По-моему, это был Горан Милойко. Ошибаюсь, именно 20-й номер. С левой со всей силы такой успел. Дает свисток. Загре. Перевел мяч направо. В прошлом туре попал в символическую сборную вместе с Софпелем. То есть понятно, что позиции здесь Василий вообще незыблемы. Софпель не за еще разочек. Ну а здесь-то кто? Под удар в дальний угол и гол! 1-1. Кайсар сравнивает счет в этом матче. Идеально выкатил Горану Милойко мяч Руслан Сахалбаев. Ну а опорник не имел права сплоховать. С такой-то позиции, с 15 метров, должен был расстреливать. И Шацкий, что вытянулся в струнку, но никак не мог дотянуться. Классная атака от Кайсара. И замечу, это не стандарт, как это было в последних турах, как это было в последних играх. Вот здесь Сахалбаев, как он увидел-то? Периферийным зрением, да, что Милойко подтянулся, что рядом он находится. Только взгляните, вот здесь выбили мяч, Милойко, Сахалбаев ведь даже не поднимал взгляд, он даже не смотрел налево. Он видел и понимал, что свободная зона образовалась, должен подоспеть партнер. Может быть, услышал он Милойко. Только взгляните, вылетает мяч из-за гущи игроков и опускается аккурат в дальний угол. Кайсар. Сейчас отличный перевод налево. Нужно дождаться, можно пропустить мяч, а можно и навесить. И подбор, где будет удар? Да, 2-1. Отметки не спек, он просто стоял и ждал, когда мяч дойдет до него. И таким образом Кайсар увеличивает разрыв в счете. 2-1. И дождался он. Ну, не было бы численного преимущества даже у Шахтера в собственной штрафной площади при этой подаче. Только взгляните. Сейчас мы этим и займемся. Вот она, подача. Зульфикаров отборолся. Скидка идет на атлетики Испека. И там только в подкате заваливается Антон Паллардава.
А все это время он осматривался по сторонам и только где-нибудь, да, опять же, завис, посмотрел, где там мяч, надеялся на то, что он уйдет. Этого не случилось. Оставляет мяч Совпель. Аккуратный пас на атлет Кейнспека и 2-1. Куаныш. Попадает в створ Шацкий. Опять эффектно достает мяч Ельджас Алтынбеков. Классно обыграл Калмуратов. Будет бить в дальний. Нет, в ближний. Легко. Простенькая задачка для Игоря. И сложная для другого. Для Игоря Солошенко. Ну все логично, как в зарубежных чемпионатах. Так бывает ведь, да? Забрали мяч под свой контроль. При этом моменты и их острота значительно упали в качестве просто-напросто. Подача Савкину. Но это на гол было очень похоже. Штанга! Только я об этом сказал, как тут же Шахтер взорвался. Аут! Из-за боковой. Только взгляните. Вот здесь Савкив открылся. И подача следует на... Ну, Назбуханова мяч перелетает. А дальше как раз-таки Шенгасфлюк должен был замыкать передачу с края. Очень высокая плотность штрафной площади. Шаг Кайсара. Попойно Осханся Терстам. Умаров Бастуриша Схаршалдов. Аман Салулыңыздар. Қазспорт телеарнасы қосылуыңыз.